и господа, сегодня, в день любви, семьи и верности, в Балашихинском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области регистрируется брак граждан России Слепенкова Алексея Михайловича и Лыхиной Анастасии Андреевны. Дорогие невеста и жених, в вашей жизни сегодня необыкновенно торжественный, радостный и светлый день. Сегодня рождается ваша семья. Это союз двух сердец, переплетенных вместе. И именно с этой минуты вам предстоит постичь величайшую тайну супружества, научиться жить ради счастья любимого человека. В этот торжественный и ответственный момент спрашиваю, является ли ваше желание искренним и свободным? Ваш ответ, невеста? Является. Ваш ответ, жених? Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас к столу подписями подтвердить это, пожалуйста. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. С этой минуты вы супруги. Я желаю вам идти по жизни рука об руку долгие-долгие годы, чтобы свой коронный 75-летний юбилей вы встретили такими же счастливыми и влюбленными, как сегодня. Вручаю вам государственный документ, свидетельство о заключении вашего брака. С этим знаменательным событием, еще и совпавшим с замечательным праздником, поздравляет вас руководитель нашего муниципального образования. Я вручаю вам этот почетный его поздравительный адрес. А также желаю вам, преподнося этот скромный дар лучшей семье Подмосковья, желаю вам, чтобы вы, прожив 50 лет, тоже попали в такую же добрую, светлую, хорошую книгу. Спасибо. Ну и, конечно, любви и верности, чуть-чуть терпения. И все в вашей жизни будет замечательно. Спасибо. И в добрый час.